Как бабушка может рэп прочитать? Зачем мне? Бабушка, зачитай рэп, как ты это всегда делаешь. Всем привет, дети Майнкрафта. Сегодня всем вам бабушка зачитает рэпчик гладко. И если ты имеешь дело, то отложи, а свои учебники на полку положи. И вам всем я желаю, дети, чтоб не гриферили вы на свете, а то приду я с топором и попрошу я об одном, чтоб удалил ты Майнкрафт. Ты злостный мелкий, понял нах? А если не послушаешь, какашку псиную ты скушаешь. Йоу, ставьте лайки бабушке гангстеру Нига. Всем пока. Это было круто. Всем привет, дорогие друзья, с вами Серж, и мы начинаем продолжать снимать антигрифершоу. А почему я начинаю снимать? Потому что я вижу, что написано, чувак написал уже 20 раз, дам админку бесплатно, мой скайп Данил 22894. Он это пишет уже давно, я хочу сейчас ему позвонить, связаться с ним, что как он ее даст вообще, при условии, что он вообще никто. Если ему владелец, хотя бы объяснение есть, вот как он владелец. А он вообще никто, каким образом он даст админку. То есть есть предложение, что он грипер. И вообще, заходите все на сервер, вот так вот я жду здесь всегда, я в радужной броне, сейчас под другим ником. Поэтому все всегда жду, IP в описании ролика, заходите, есть шанс выиграть админку, поэтому заходите. Так, а сейчас мы ему будем звонить. Скайп, Данил 22894. Ну хорошо, я понял, сейчас, секундочку. Звоним. Молчит. Видимо, обманывает, раз молчит. Может, вообще не возьмет. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение после сигнала. Что? Алло, да. Алло, я тебе полчаса звоню, ты что-то не берешь. Да у меня режим не беспокоит, стоит. А, что у тебя? Режим не беспокоит, стоит, я забыл про него. А, слушай, ты просто писал здесь, что ты раздаешь админки бесплатно и скайп свой указал. Я тебе поэтому... Да. Ты это правда? Да, правда. А как ты это сделаешь? Ты вообще где? Ты только сейчас на спавне был, потерялся куда-то ты. Да вот я. А, фронт, идем чуть подальше. Окей, сейчас, я бегу. Вот я, у меня радужная броня, вот видишь? Да. А чё, как ты админки-то раздаешь, они поймут? Я просто тебя вот для этого и добавил, я хочу админку. Чё взамен мне дать тебе? Да. Не знаю. Ну, алмазы. Ну, алмазы? Ну, у меня есть алмазы. Есть алмазы. Но, а как мне? И чё, где? Я тебе не буду здесь их давать. Ты куришь, окей. Я буду. Давай ТП ко мне. Так что это ТП к тебе? Вот ты стоишь. Все, я сейчас на хому ТП отключу. А у тебя дома кто-то есть там, что ли? Да. Ну ладно. Давай ко мне ТП, давай ко мне кал. Сейчас. А ник у тебя фронт. Ну я помню, да, вот эти комнаты. Так, сейчас пиши. Так, вот. Ух ты, ух, нифига у тебя домик. Да, пошли покажу внутри. Покажи, сейчас. Давай, заходи. А у тебя это магазин или что это такое? Скелет какой-то. А где продавцы? А чё у меня жизнь? Слышь, ты чё меня убил-то? Всё, спасибо. Я тебя загриферил. Да ты зачем меня убил? Ты грифер. Всё. Да, я грифер, а что? И зачем? На вещи. Вот ты знаешь, ты думаешь, я не ожидал, что ты грифер, вот честно. Я вполне знал, что ты грифер вообще. Конечно, ты не знал. Я знал, что ты грифер. Ты тут был только что, ты где делся? Да, я делся, ты меня же сам убил. Эй, что это было? Что было? Стоп! Меня кильнули! Кто тебя кильнул? Ты меня сейчас кильнул, а не я тебя кильнул. Ты че? Ты меня убил, вещи забрал. Я на месте стоял, мне килл прописали, ты издеваешься? Ты чё, угораешь что ли? Почему не хреначит? Молния тебе херачит? Вас ударила молния. Молния тебя ударила? Да блин, харе! Да это ты делаешь, хватит! Как я могу это делать? Ты издеваешься надо мной? Нет, да блин, хватит меня молния бить! Я тебя вообще не трогаю, понимаешь? Если ты чё-то... Вас ударила молния, какого чёрта? Смотри, в чате пишут что-то, ты типа... Фролки грифер. Как это понять? Я не грифер. Не грифер? Нет, просто. Нет, ты... нет. Ну я грифер, но мне нужны были вещи.
Ну какие? Ты меня просто только сейчас убил. Что это было? Мои вещи! Какие вещи? У тебя что происходит-то? У меня сундуки ломают! Кто? Давай, ты пыхнись ко мне, покажу! Ты пыхнись к тебе? Давай, давай, давай. Да. Я сейчас тебе кал пропишу. Подожди, у меня еще на рабочий ствол вылетело. Куда у подожди. Тебя? Подожди! На рабочий стол, подожди! У ты ко мне! Я тебе написал кол вообще-то. Вот я ты стою. Видишь? Да во, что это у тебя такое, прикинь? Я тебе говорю, сундуки ломаю. Подожди, стой, нужно быстрее складировать. Все, эй, я упал, слушай. А, чувак, что делать? У тебя все вещи в воду упали, у тебя алмазы в воду падают. Что-то делать надо. Сейчас я прибегу, погоди. Я уже бегу. Надо их быстрее в сундуки, это походу админы гриферят здесь, прикинь. А, только я тебя убил, они сразу начали меня гриферить. Да вообще, они на львить. Это как-то, это подозрительно как-то. В смысле? Ты нажаловался. Почему я тебя бить не могу? Почему ты меня не можешь бить? Я бить не могу. Ты меня... О! Ты зачем? Ты гриферишь? Я не гриферишь. Я же тебе помочь захотел, а ты меня зачем опять убил? Не знаю, просто так. Ты какой-то это... плохой. Да, я плохой, а что? Плохой ты? Надо вещи быстрее убирать, надо быстрее вещи убрать. А где у тебя вещи? Не скажу. Иди в попу. Почему? Иди в жопу. Нет, я тебе не скажу где. А где у тебя вещи? Нет! Что такое? Ты что кричишь? Тебя у меня половина дома сетнули. Как половина дома сетнули? Ты не ври. Я не вру, ты мне. Я тебя убивать не буду, честно говорю. Меня... Я тебе уже не верю, слушай. Ты постоянно меня обманываешь. ТП ко мне! Да я не буду уже к тебе ТП, ты грифер. Я тебя убивать не буду, я тебе правду говорю. Ты грифер, я тебе не верю. Я тебя убивать не буду, пожалуйста, помоги. Ты увидишь, что у меня делают. Нет, я не буду это делать. Ну блин, правда, чувак, я не вру. Ой. Сейчас я ТП. Да считай до трех, пожалуйста. Я ТП-хнусь. Раз. Чё ты как-то подозрительный, раз. Два. Ну все, я еще не буду ТП-хаться, быстрее что ли. Три. Да ехали все равно, себе плохо. Я тебе кол прописал, ты где? Меня кикнули! Ну... Тебя кикнули? Да. Кто? О, я тебе кол пишу, ты где? Вас наложили великую печать бана. Забанен. Смотри, что-то фролки на вас наложили в чате написано сервер. Тебя забанили, что ли? Угу. Да ладно, это как понять? Ну-ка, если сейчас не зайду, я орать буду. Ты орать только будешь? Не... Тебя забанили. На вас наложили великую печать бана. Я, слушай, ну это я жалобу просто написал, поэтому тебя забанили. Ты что, дурак, что ты нафига? Ну-ка напиши, чтоб разбанили, напиши! Я пишу, а за что? Ты грифер, за что тебя? Ты меня два раза убил, и тебя разбанивать? Что? Да. Нет, разбань, друг. Разбань. Я не буду тебя разбанивать. Ты нарушил правила, я не знаю. Как ты исправляться? Какие правила? Там не было правил. Ты нарушил правила сервера. Гриферить нельзя. На каждом сервере гриферить нельзя, понимаешь? На любой сервер зайди. Нигде нельзя гриферить. Ты меня убил, ты вещи мои забрал. Ты так не только меня... Какое я что-нибудь сделал, чтобы меня разбанили? А что ты сделаешь? Я не знаю, что ты сделаешь. Я могу бабушку позвать, она рэп зачитает. Бабушку позвать, она рэп зачитает? Рэп бабушка зачитает. Ты чё мне врёшь здесь? Я тебе не вру, давай позвать. Как бабушка может рэп прочитать? Зачем мне врёшь? Давай, зови. Давай. Сейчас, зову. Бабушка, зачитай рэп, как ты это всегда делаешь. Сейчас, дай мне микрофон. Пой. Сейчас. Да, давай. Давай! Ну читай! Сейчас начитай, слушай. Сейчас, подожди. Я жду. Сейчас, подожди. Угу. Всем привет, дети Майнкрафта! Сегодня всем вам бабушка зачитает рэпчик гладко. И если ты имеешь дело, то отложи, а свои учебники на полку положи. И вам всем я желаю, дети, чтоб не гриферили вы на свете,
А то приду я с топором и попрошу я об одном, чтоб удалил ты Майнкрафт. Ты злостный мелкий, понял нах? А если не послушаешь, какашку псиную ты скушаешь. Йоу, ставьте лайки бабушке гангстеру Нига, всем пока. Если знал, бабушка, рэп читать умеет. Нифига, у тебя реально бабушка сейчас рэп прочитала, реально? Да. Реально? Да, реально, а что? Это было круто. Слушай, я свое слово держу. Я свое слово держу, погоди. Сейчас. Ты ржешь, а? Все, это очень здорово, я свое слово держу. Я написал анбан. Чё, давай разбаним. Я написал анбан, я тебя разбанил. Заходи на сервер. Я разбанил? Каким образом ты меня мог разбанить? Ну, я, ну, то есть, написал там, чтобы тебя разбанили, точнее. В смысле? Это что-то подозрительно пошло. Тебя разбанили, главное, все? Да. Смотри. Только дом не вернули. Ну, дом тебе уже не вернут, извини. Потому что это воровный дом. Слушай, ну, я тебе хочу сказать, чтобы ты больше не гриферил. Ты понял? Да. Потому что я опять приду и могу жалобу на тебя подать. Окей. Все, больше не грифери. Все хорошо. Все, давай, пока. Вон у тебя дом, все есть, пока. Давай. Было очень здорово, бабушка, которую я прочитал. Я не думал, что такое возможно. Мне очень понравилось. Почему я не так удивлен? Потому что это уже не первый раз такое на моей практике. Но главное, что, ребята, я думаю, вам понравилось. Было очень здорово. Бабушка зачитала рэп. Это круто. Поэтому заходите на сервер. Всех жду IP в описании ролика. Всем пока. Всех-всех жду. IP в описании. Всех жду с радужной броней. Вот, все. А, это не я. Ну ладно, все, всем пока.